Здравствуйте, Игорь Николаевич. В программе «Званый гость» телеканала «Волгоград-1» Игорь Воронин, вновь вступивший в должность главы Волжского, рассказал о программе развития города в ближайшие 5 лет. В подробностях проект был презентован перед депутатами Волжской городской думы и в онлайн-формате перед волжанами. Сейчас в городе уже 6 больших парков. Один из них под названием «Момент» продолжает благоустраиваться. Волжане ищут всяческие места, где бы можно было бы посмотреть на пойму, на реку, на Волгоград, огни большого города и так далее. Вот. И востребованы эти места. И мы начали с того, денег же нету, по большому счету, для того, чтобы быстро, эффективно развивать парк. Мы пошли по другому пути, мы начали смотреть от потребности. Сделали одну террасу, люди пользуются, вторую, кстати говоря, для того, чтобы просто даже визуализацию использовать, специально сделано 3 террасы. Угу. Потихонечку сейчас поставим станцию полива, будем ставить деревья, будем обустраивать берег, по мере сил и возможности. Отметим, название для парка предложило молодежное сообщество, делая отсылку к популярной песне «Я в моменте». Остальные 5 зеленых общественных пространств – парки «Гидростроитель», «Ноосфера», «Новый город», «Солнечный» и «Волжский».